количественные выдержки хотя бы на поверхности, там можно это посчитать? Или это просто вообще единичные? Вскоре достаточно много, вот как нам видно, да? Вот можно ли вот это количество? Мы проходим от этого вопроса, во-первых, потому что это нас возьмет точно по этой поверхности. Ну, Сабаркас, параметры не взять. А потом мы пробы делаем сами. У нас не может быть стандартного потери на этот пробник. Поэтому мы говорим о до 10 колонообразующих единиц. До 10 на пробник. А, пробник. А площадь пробник примерно с какой площади берется? С разной. Да. Поэтому мы и не говорим конкретно, какая численность. Потому что я знаю статью, где указывается, что пробник брался с небольшой площади, и поэтому если делать на всю станцию, то это будет очень большой пул микроорганизмов. Это не так. Наличие жизнеспособных единиц. Просто сопоставить, если бы можно было бы численность на поверхность, да, и сопоставить с исходной, когда корабль отправляется. Но можно предположить, что что-то сохраняется, когда корабль... Вот для этого теперь новая задача – посмотреть, что же такое на корабле, когда он отправляется. Да. И потом это был какой-то единичный забор или были многократные заборы и повторялись ли найденные формы, вот если сравнить эти отдельные заборы? В течение 6 лет мы брали пробы и у нас повторялись бацы. Ирина, скажите, пожалуйста, если вы вернуться к одному из первых слайдов, где вы указываете процентное... Микробиологические какие? Да. Пожалуйста. Вот написано, количество отобранных проб 20, и количество проб без биологических структур составляет 22%. 22% чего и от чего? Проб 22%. В 22% проб от исходного числа не было обнаружено ничего. Это может быть были повторности? Это всего за весь промежуток времени было отобрано проб? Или были все на микробиологию. Когда чистили иллюминатор, нам не давали микробиологию. На микробиологию. Это шло на химию. Были исследования, смотрели метеоритные части, вот там дырочки, нам тоже не отдавали. Некоторые пробы, это пробы, которые отбирались этим правоотборником и которые возвращались к нам. То есть он был один единственный? Нет. И в одном блоке два штыречка. И иногда только один пробник был в ВКД. Один раз было два. И еще один маленький вопрос. А объем пробы вот с мутной жидкостью, он какой, если вы еще на три части делили общее? 100 миллилитров. Миллилитров? Да. Спасибо. Вот в этих баночках по 100 миллилитров воды, то есть это срезалось в эти баночки, обалтывалось, и жидкость отдавалась на генетику и на классические методы микробиологии, а сама вата отдавалась на химию. Это была стерильная вода. Дистиллированная? Гипер. То есть мы брали там... Скажите, пожалуйста, вот насчет космической пыли. Вы сравнивали и вообще знакомы ли с работами по сбору космической пыли, которую Сергей Булат на станции «Восток» делает? Нет, мы не знакомы. Это... Вот лично я не знакома, я знаю, что Королешкин Антон Владимирович этим тоже интересовался, потому что он интересовался химией, и он интересовался еще этим. Просто это немножечко не мое, у нас как-то так произошло, что Антон Владимирович этим занимается. У меня вопрос вот какой. Вы упомянули Борис Ивановский. Залфини. Да. Когда военные из-под воды стреляют с лодок ракетами на полигон долетит. По высоте она летит, наверное, захватывает высоту ту, на которой возможно. Второй сразу. Сейчас, насколько я знаю, масса космического мусора земного происхождения болтается по орбитам невероятного количества. Откуда может? Все может быть. Происхождение. Может быть, Далфи с Баренцевым моря из запуска. Я не знаю, насколько они запускают. В тропосфере, может быть, биологические объекты, а долететь до ионосферы, я не знаю,
А потом это 400 километров. Думаю, что они на такую высоту запускают космические... Нет, за такую высоту навряд ли они запускают. На высоте 400 километров жизнеспособные единицы. Жизнеспособные организмы. Какая верхняя граница биосферы? То есть это такой вопрос уже... Миграция атомов. А здесь область абиогенной миграции живых организмов. Какова область зоны обитания? Обитание... Вернадский разделил два этих понятия. Мы не говорим обитание, потому что я опять-таки говорю, есть теории, как происходила жизнь. Есть теория, что жизнь шла по спермии, с метеоритами. Так, стоп. Это есть уже дискуссия. Планеты. Теория, давайте вопросы. Интересная дискуссия. Нет, Практический вопрос, а все-таки микробиолога, вот вы представили на 10-м слайде результаты вот в процентах, еще раз прокомментируйте. Вот смотрите, содержание жизнеспособных единиц, я там вижу проценты, это что, в стольких-то образцах из 20, вот как это? Да. Да, ну тогда скажите, содержание жизнеспособных единиц в расчете, скажем, ну на миллиграмм там, на миллилитр, это как-то? Это на пробу. Мы, ну как, вот я уже говорила, что у нас 100, сейчас, нет, извините, у нас не 100, у нас 200 миллилитров. И по, да, нет, 100, и по 30 миллилитров мы раздаем в три лаборатории. Химия, микробиология и генетика. По 30 миллилитров. И в этой пробе мы ее высеиваем всю, определяем, что там есть. То есть мы не можем рассчитать, потому что у нас тампон делается вручную. Чтобы вот это все рассчитать, нужно знать потери на тампоне. Какую точную площадь брал космонавт? У нас этих данных нет. И мы пытаемся от них уйти. А каждый палец 3 сантиметра, да? Вот. Причем он достаточно надут. Вам надо открутить из пробника эту штуку, вот этой перчаткой, поднести и мазануть. Ну, как получится. При этом вы находитесь в состоянии подвешенном. То есть вы у вас держитесь одной рукой жесткого закрепления. Он же держит в руках. Если он сделает все очень сильное движение. То есть он может приложить сильно, и его толкнет. Он может приложить слабо. Его не оттолкните, потому что любое неосторожное действие, это, ну, они, конечно, привязаны. Я так для себя насчитала, так ориентировочно 4 принципиальных основных источника, из которые могли бы уйти. Да. Вот если говорить о МКС, внутренней станции, как источник, во-первых, насколько далеко это от вот выхода, где космонавт выходит, есть потом есть пробы, которые очень недалеко, да? А, ну это уже тоже повышает возможность, да? Есть пробы, которые достаточно, ну, это все медленно делается. Нужно выйти медленно из небольшого слюда, сзади идут и двое взгляд. То есть он медленно выходит. Второй, ну, как бы и с собой отчасти несет. Да, да. Мы брали последние. Когда они уже Шесть, 19, 15, а дальше 19. Вот задача тех, которые...